За последние два года ситуация на автомобильном рынке изменилась не в пользу покупателей. Это выражается в первую очередь в серьезном дефиците машины, как следствие роста цен на них. На некоторые модели, отмечают эксперты, за последние два года цены выросли в среднем на 25%. Причем касается это как новых, так и подержанных авто. Как купить машину дешевле? Таким вопросом задаются те, кто только собирается приобрести личное транспортное средство. Ответ на него знают в едином центре. Пандемия коронавируса наложила серьезный отпечаток на все сферы нашей жизни. Не стал исключением и рынок автомобилей. Дефицит новых машин, который начался в прошлом году, продолжается и поныне, отмечают эксперты. Среди основных причин нехватки машин – снижение мощности производства микрочипов. Дистрибьюторы ежемесячно переписывают ценники, но спрос на новые модели пока не падает. Свою лепту в завышении цен вносят и российские дилеры, отказываясь продавать клиентам автомобили без допов и накручивая тем самым к стоимости машин от сотен тысяч до миллионов рублей. Цены на машины будут продолжать расти в этом году и, скорее всего, продолжат расти в следующем году. Потому что на сегодня дефицит на рынке только усиливается. Есть серьезная нехватка по компонентам, она не будет устранена в ближайшее время. Останавливаются некоторые производства, уже сделанные компоненты пойдут не на автомобильные рынки. Поэтому автопромышленность снова недополучит деталей. В связи с этим и цены на детали растут, а спрос на автомобили есть. Поэтому стоимость машин будет только расти. Причем эксперты уверены, рост цен продолжится и в отношении подержанных автомобилей. Ведь ситуация на первичном рынке косвенно влияет и на сегмент подержанных авто, считают специалисты. По разным данным, в первой половине года стоимость автомобилей с пробегом в дилерских центрах страны выросла в среднем до 50%. Но то ли еще будет, а потому один из главных вопросов, которым задаются те, кто собирается приобрести личный транспорт, как сделать это дешевле. Ответ знают в едином центре Трейдин. Единый центр Трейдин – это сеть автосалонов с большим выбором автомобилей с пробегом от эконом до бизнес-класса. Услуги по их продаже, комиссии, обмену и ремонту. Продажа автомобилей в кредит, в том числе без первоначального взноса. Бесплатная предварительная оценка, возможность предварительного индивидуального заказа на желаемую модель автомобиля. Комфортные зоны отдыха, квалифицированный персонал, индивидуальный подход к каждому клиенту, а также гибкая система скидок. У нас стартовала программа с 1 числа, называется она «Первый» и «Семейный автомобиль». Что она с собой подразумевает? Любой человек получает скидку в 50 тысяч рублей на любой выбранный автомобиль. Первое, если он имеет одного или более несовершеннолетних детей. И второй момент, если это у него первый автомобиль в его жизни. В общей сложности для клиентов единого центра Трейдин около 250 автомобилей. Салоны работают по адресам город Тверь, улица Малые Перемерки, дом 1, корпус 1 и деревня Кривцова, дом 81, дробь 1.